70-летнюю мать героиню Найгульду Смагамбетову в Жанаузине никто не называет по имени. Все жители зовут ее Герой Апа. Такое уважение к ней проявляют не за 12 детей, а за стойкость. После событий 2011 года она стала опорой двум своим пострадавшим сыновьям. А Найгуль недавно похоронила одного из них, Максата, осужденного после жанаузинских событий и освобожденного в 2015 году. Он скончался в результате продолжительной болезни. Теперь мать борется за жизнь сына Кайрата.33-летнему Кайрату Дусмагамбетову, пережившему уже 25 операций, предстоит еще одна. Но он больше думает не о здоровье, а о трудоустройстве. Мать Кайрата ежемесячно обращается за помощью в компанию «Озенмунайгаз» и акимат города. А Найгуль не может ни встретиться с соответствующими сотрудниками компании, ни пройти в здание. Тридцатишестилетний Максат Дусмагамбетов скончался от злокачественной опухоли 2,5 месяца назад в областной больнице. Он считал, что это онкологическое заболевание было связано с пытками, которые, по его словам, к нему применяли в следственном изоляторе. Правоохранительные органы оставили его заявление без рассмотрения, сославшись на отсутствие доказательств. Во время жанаузинских событий 16 декабря 2011 года погибли 16 человек, более 100 получили ранения.